Бляха-муха, это днище обдерёт. Второе октября приехал на участок и заметил, обнаружил, спиздили дрова, ужас, кому же они нужны были, когда стояли здесь хлам, куча, все такое, нельзя было проехать, проехали сюда на машине и своровали дрова, ужас. Что ты, Тимур, скажешь по этому поводу? Я поеду по поводу искать воришков. Воришков будем искать? Да. И нас глубим эти. Своровали. Но есть решение. Нет. Есть решение. Буду ставить сигнализацию. Это обычная деповская сигнализация. Вот чипик. Снять, поставить. Работает от блока и от батареек. Если на крайняк свет отключат, все равно она будет продолжать работать. Это простенькая сигнализация на движение. Она будет у меня стоять на улице. Это раз. Есть крутая сигнализация. Q-Room. Это пульт с ключом. А это сам датчик. Этот датчик работает на объем. То есть, либо что-то поменялось в помещении по объему, она начинает срабатывать. Все это соберу и потом покажу в деле, как она работает. Ну, в принципе, ее такой. Устанавливаем, где нужен этот датчик. Выходим с помещения, тестируем, то есть он считывает объем. Приходим, ставим. Тут есть шкала времени, чтобы успеть удрать. Вот до 20 секунд можно удрать. То есть поставить сигнализацию и уйти с помещения. Дальше идет чувствительность. С ней еще я не разобрался. То есть это минимальная чувствительность, максимальная. Вчера испытывал в туалете, ставил на сигнализацию туалет. Ну, на максимальной что-то срабатывало. Кто там у меня в туалете живет, я не знаю. Дальше это выход, питание. Как бы по сути это все, все просто. Что там пищит? Ну, то есть он объем просчитал. Ставим на сигнализацию, убираем ключ и удираем. Сейчас она не будет работать, потому что, ну, эта штука заглумилась, она не понимает, что делать. Вчера я мучился, тоже не понимал, как с ней обращаться, но все-таки разобрался. Такая вот беда. Работает автономно тоже, у нее есть батарея. Если отключится электричество, она будет продолжать работать. То есть ворам нужно ждать месяц, пока, ну не месяц, ладно, неделю нужно ждать, пока батарейка сядет. За неделю я приеду и проверю. Так, начну с этой. Пальная, белая выглядит, моргает очень ярко ночью, не знаю. То есть на пол деревни будет моргать. Ну ничего. Ну что? Что будет? Установил датчик. Датчик движения работает, пищит, пищит как-то тихо. Но все-таки вот тот сосед за забором рукой мне помахал, сказал, что я слышу. Значит, не так она и тихо работает. Так, испытаем ее в деле. Ну, блок питания. Это понятно. Но она еще и автономна на батарейках. То есть выдрать провод не спасет. Все равно будет пищать она.
Так, ставим ее на сигнализацию. Поставили. Сейчас. Так. И мы типа такие идем, идем, идем. Вот. Загорелась лампочка предупреждающая. Начал ловить. Не знаю, как на видео это передается, это пищание, но оно реально тихо. Но шум есть. Все, сняли с сигнализации. Все в порядке. Тимур? Да. Воровать плохо или хорошо? Плохо. И машину я наклеил пластырь. Только это секретное видео.